В России за сутки умерли от коронавируса 780 человек. Это новый рекорд за все время пандемии. Количество новых заболевших шестой день подряд превышает 24 тысячи. Общее число заражений превысило 5 миллионов 830 тысяч. Скончались почти 144,5 тысячи россиян. Не обошлось без смертельных случаев и в Татарстане. За минувший день умерли 2 ковид-пациента. За это же время оперштаб зарегистрировал 43 новых случая болезни, 6 из которых в Набережных Челнах. Всего с начала пандемии коронавирус официально подтвердился у 3 тысяч жителей Автограда и у 23 тысяч татарстанцев.